всем, ребята, я Кент, пока на проводе, и прямо сейчас будете в шоке. Я думаю, вы все помните моего донатера Базар Вокзал. Так вот, прямо сегодня он мне подарил свой аккаунт. Я просто в шоке, у меня нету слов. Ребят, посмотрите на все это. Теперь все это мое. Ну что же, давайте смотреть, потому что мне очень интересно, что же тут есть. Но перед началом данного ролика хотел бы вам разыграть Керамбит Dragon Glass. Чтобы получить, тебе надо первое — поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе — написать в комментариях свой ID. И третье, самое-самое важное — посмотреть все видео от начала до конца без единой перемотки. Удачи! К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%. Тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Первое, что я вижу, это, конечно же, звание. Звание бронза 2. Ну, скажем так, к сожалению, звание далеко не самое лучшее. Но, ребят, учитывая то, что это на халяву, учитывая то, что это далеко не самое важное, это очень круто. Ребят, просто посмотрите, блин, я просто в шоке. А лучшее звание — это Сильвер 1. Ну, скажем так, Базар Вокзал, он играет так себе. Я думаю, все это видели в дуэли. Но, тем не менее, парень сам по себе очень хороший и очень добрый. Так, ну что ж, теперь смотрим общую статистику. КД 0.65. Кстати, ребятки, хочу отметить один очень важный фактор, то что у Базар Вокзала есть канал, и ссылочка на канал есть в описании. Так, ну что, а теперь давайте смотреть, не инвентарь, пока что посмотрим друзей, кто же у него есть в друзьях. Если я не ошибаюсь, я даже когда-то видел тут Анетку, да тут даже я был в друзьях, ребят, короче, у него в друзьях 47 друзей. Ребят, я думаю, все сюда пришли только ради инвентаря. Я скажу так, если вы наберете много-много лайков, то возможно я этот аккаунт разыграю, потому что он мне просто-напросто не нужен. Ну что же, давайте смотреть на самое-самое интересное. Блин, ребят, немножко не по себе нажимать, но поехали. Нажимаем на инвентарь, и что же мы видим? Первое, что бросается в глаза, это донатерская коллекция. Я скажу так, это очень круто, и это реально так, потому что он офигеть какой донатер. А, кстати, давайте посмотрим по поводу голдпасса, оно прошло или нет. Голдпасс? Ничего себе, ребят. Посмотрите, сколько уровней пройдено. Просто посмотрите, у него пройдено 235 уровней. Притом это все пройдено при помощи доната. То есть он сам не проходил голдпасс никогда. Он просто взял, задонатил и все. Я не знаю, кто этот парень. Скорее всего, он миллионер или сын миллионера. И возможно, он шейх или еще кто-то. Я думаю, он сам напишет в комментариях, кто он такой. Но я скажу так, это очень-очень круто. Блин, ребят, мне прям капец как интересно, какие же тут перчатки. Но перед тем, как посмотреть перчатки, давайте посмотрим историю покупок, чтобы понимали, что мой донатер, то, что я там не украл ничего такое. Сейчас покажу историю покупок. Посмотрите, сколько всего куплено. За 6200 он купил мой М40 Arctic. Он купил Дигл. Купил еще один Дигл. Посмотрите, это все он купил у меня. Ребят, я не знаю, как это писать словами, но большое спасибо, Базар Вокзал, то, что ты так сильно меня поддерживаешь и так много всего мне дал. Блин, ребят, я просто в шоке. Не знаю, как это можно описать словами. Да даже, ну, даже просто спасибо — это мало. Поэтому, братик, ссылочка в описании. Так, ну сейчас смотрим. Ребят, посмотрите на все это, я просто в шоке. Тут даже есть Анет, как моя девушка. Он даже у нее покупал на стримах скины. Вот тогда, вот это понимаю, щедрый парень. А ну как он еще покупал, давайте посмотрим. UMP за 1000 голды у кого-то купил. Обалдеть, братан, ну ты просто шейх. Так, ну что же, ребятки, смотрим дальше. Что я вижу? Пойди, у нас и самурай тоже у кого-то купил. Блин, ребят, да он покупал у всех, кого попало. Посмотрите, сколько он все покупал. Я просто в шоке. Просто посмотрите, вот это история до того, как он стал донатером. А вот это уже его инвентарь после того, как он начал донатить. Ребят, посмотрите, сколько у него было ножей, сколько всего. Так, ну что ж, теперь давайте посмотрим историю продаж. История продаж, но тут, в принципе, ничего такого особенного я не вижу. В принципе, он просто брал, покупал дорогие скины и продавал их по обычной цене, да? Но я смотрю, продавал все по обычной цене плюс-минус. То есть весь донат, который тут есть, это просто донаты с денег. То есть это не кидок, это не мошенник, никого не разводил, никого не прокачивал. Это реально его донатерские деньги, которые ему давали, скорее всего, родители. Так, ну что же, давайте смотреть инвентарь. Вот это самое-самое интересное. Ох, ребята, тут мы точно с вами разгуляемся. Так, полетели. По 90 Autumn, думаю, так всем все понятно. Донатерские скины, донатерские. М110 Transition, тоже донатерские скины. UMP45 Geometric, посмотрите, сколько их. Раз, два, три. Блин, ребят, ну я думаю, даже считать не надо, их очень-очень много.
Просто посмотрите, это все новые скины. О, а вот это уже интересненько. Пошли наклеечки. Ребят, вот наклеечки я люблю. Нифига себе, сказал я себе, ребят. Посмотрите на эти наклейки. Ничего себе, ничего себе, ничего себе, ничего себе. Вот так люди живут. Да, конечно, ребят. Посмотрите, сколько этих наклеек. И это еще далеко не арканы, далеко не самые дорогие. Обалдеть, у меня такое ощущение, что они бесконечные. Это только половина инвентаря. Это только половина, что же будет дальше, я просто не знаю. Так, ну что, ребят, не сдаемся. О-о-о, перчатки. Я в шоке, перчатки. Просто посмотрите, это перчатки. Не, братан, я тебя люблю, и это все теперь мое. Он все это подарил мне, ребят, посмотрите. Три пары перчаток, еще брелок, чили, джой. Я никогда не играл с перчатками, потому что смысл покупать перчатки, которые видишь только ты, а другие игроки их даже не видят. Блин, ребята, вот это реально самые крутые перчатки, обалдеть. Вот эти перчатки, ну, скажем так, это отстой, это такое ощущение, что дефолтные перчатки, да? Дальше, и вот это, да, те же самые перчатки, блин, ребят, просто посмотрите, какие крутые перчатки. Посмотрите на этот брелок, ничего себе, это какой-то брелок аркана, вау, да он по-любому будет стоить 1010 голды не меньше, обалдеть. Посмотрите на все это, я, посмотрите сколько брелков, ребята, я таких брелков в жизни не видел, прям насколько дорогих, я в шоке. Так, о, пошли арканы, FNFall, Phoenix Rising, кстати, ребят, очень крутая аркана, я с радостью поиграю. Честно говоря, сам по себе скин, но он так себе, не очень, но вы просто представьте, сколько же это будет стоить, ну минимум 1005 голды. Дальше у нас тут обычный дефолтный аркан, UMP-45 Beast, G22 Nest, дальше AKR-12 Geometric, ну, в принципе, ребятки, все идет по дефолту, но все равно, кто бы что ни говорил, но инвентарь прям очень-очень крутой. Ребят, я безумно хочу посмотреть, вы же меня извините, безумно хочу посмотреть на перчатки, давайте посмотрим перчатки. Блин, ребят, у меня никогда в жизни не было перчаток, потому что я всегда, ну, не понимал, зачем тратить 5000 рублей на перчатки, которые никто не видит, кроме тебя, да и при том, они скоро выйдут на рынок. Блин, ребят, просто представьте, сколько же это все голды. Ну, это как минимум 100 тысяч голды. Вот, вот этот инвентарь, вот весь, если все перевести в голду, минимум 100 тысяч голды. Вау, ребят, перчатки, обалдеть, вот этот балдеж. У меня никогда не было перчаток, слушайте, очень-таки круто. Блин, ну перчатки просто пушечка, ребят, посмотрите на все это. Вау, очень-очень-очень-очень круто. Короче, уважаемые подписчики, если вы хотите, чтобы я разыграл данный аккаунт вам, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока, Базар Вокзал, ты топ, спасибо тебе большое.